громкие аплодисменты, под крики, возгласы. Первый этап сделан, ну и второй этап за Иланом. Вот, друзья, именно тот кусочек ленты, который останется в их памяти, друзья. Столице открыли мир красоты World of Beauty. Так называется новый бьюти-салон. И он полностью оправдывает свое название. Войдя сюда, вы попадаете в мир потрясающей красоты и любви к себе. Салон World of Beauty открылся в жилом комплексе «Жигулина роща» рядом с торговым центром «Меганом». На торжественном открытии гостей ожидали приятные сюрпризы и подарки. Розыгрыш сертификатов и бьюти-боксов, скидки на процедуры для всех гостей, а также возможность познакомиться с мастерами. Для гостей был организован праздничный фуршет и развлекательная программа. Салон World of Beauty предоставляет весь спектр бьюти-услуг. Маникюр, педикюр, сиджелила, бляс. А вы почему здесь? А что, незаметно? Здесь, кстати, и десертики вкусные. Ой. Сал. Открытие нового бьюти-салона привлекло внимание жительниц Крыма, ведь каждая женщина красива, важно только поддерживать эту красоту и ухаживать за собой. Знаю ее давно, часто бываю у нее, привожу себя в порядок. Она большая умница, и находясь здесь, я поняла, что у нее просто офигенный вкус, потому что здесь так красиво, все со вкусом. И, конечно же, желаю ей процветания, побольше благодарных клиентов. И, конечно же, я безумно рада, что у нас в городе открылся такой красивый салон. Хочется выразить благодарность организаторам сегодняшнего праздника. На самом деле все проходит на высоком уровне. Хочется пожелать успехов, процветания. Все выполнено в каких-то очень гармоничных красках. Высокие потолки, пространство. Я думаю, что и работать здесь будут настоящие специалисты и профессионалы своего дела. Я близкая подруга Рианы. Я с ней вместе росла, выросла. И каждый раз, когда она шла к своей мечте, она мне рассказывала, как и что у нее будет. И я с удовольствием, с таким вдохновением смотрела и всегда верила в нее. Я знала, что у нее все получится, потому что это человек, который помимо желания имеет и талант. Салон шикарный. Что сказать, салон шикарный, все по вкусу, все красиво. Желаю успехов, процветания. Очень рада за девочек, которые, ну так, как сказать, целеустремленно идут к своим целям. Я приехала поздравить своих дорогих, Рианочку. Я желаю ей огромного процветания, они большие молодцы. Такой шедевр создать вдвоем, это очень круто. Хороших клиентов желаю, чтобы клиент оставался всегда довольным. Я думаю, что это только их старт. Все вперед, вперед и вперед. World of Beauty – детище молодой семьи Ирлана Ганиева и Рианы Асановой. К созданию своего салона они отнеслись с большой ответственностью и требовательностью, вниманием к деталям и, конечно же, с душой. Риана Ханым – опытный стилист. Она уже несколько лет работает в сфере красоты. Моя жена вдохновила меня своей идеей, что она занимается этим уже очень давно. Она обучалась на это. Она занимается этим не ради бизнеса или чего-то, она занимается этим ради своего хобби, приносить красоту в этот мир. И я думаю, хобби и работа должна соответствовать. Из-за этого мы решили открыть свое дело, которое будет акцентироваться на салоне красоты. У нас будут очень талантливые мастера. Мы, кроме всего, прилагаем все усилия, чтобы они постоянно повышались. У них будет каждые 4-5 месяцев обучение, повышение их квалификации. В принципе, у нас все с опытом работы и все очень талантливые. Это наше вот маленькое начало. Для больших перспектив. Приглашаем вас в наш салон. Наши двери всегда для всех открыты. Мы будем рады дарить вам красоту. И скидки, акции и все, что возможно с нашей стороны для вас, наши уважаемые
гости. World of Beauty подарит возможность полностью преобразиться. Для клиентов предусмотрены все услуги – маникюр, педикюр, эпиляция, косметология, а также макияж и парикмахерские услуги. Все это по доступным ценам. А главное, World of Beauty вас ждет приятная атмосфера и приветливый персонал. Посетить салон World of Beauty можно по адресу улица Крымской Весны, 1, корпус 5, жилой комплекс «Жигулина Роща», рядом с торговым центром «Меганом». Записаться можно по телефону или на странице в Instagram.